Сколько лет мы хотим активно жить? Сколько лет мы можем активно жить? И сколько лет на самом деле мы живем? Как утверждают ученые, человек способен активно жить около 120 лет и даже больше. А что же происходит в реальности? В реальности средняя продолжительность жизни в России за последние 40 лет не превышает 70 лет, а у мужчин и того меньше достигает меньше 60 лет. И с чем же это связано? Я всегда просто объясняю. Кишечник, да, самая большая всасывающая поверхность. У вас будет там все хорошо, вы практически не будете иметь проблем со здоровьем. Кишечник взрослого человека – это больше 200 квадратных метров всасывающей поверхности. И если там беда, то все эти 200 квадратных метров всасывают токсические продукты. То есть человек ежедневно из собственного кишечника получает хорошую порцию яда, как он себя при этом должен чувствовать. Давайте послушаем еще раз. У вас будет там все хорошо, вы практически не будете иметь проблем со здоровьем. И что же такое хорошо и что такое плохо? Давайте посмотрим с вами, как выглядит кишечник изнутри. Вот это здоровый кишечник. К сожалению, такая картина наблюдается менее чем у 3% людей. У остальных же более чем 97% людей кишечник внутри выглядит примерно вот так. Еще Илья Ильич Мечников в 1908 году получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. За что? За свои труды. И значительное место в трудах Мечникова занимали вопросы старения. Он считал, что старость и смерть у человека наступают преждевременно в результате самоотравления организма микробными и иными ядами. И наибольшее значение Мечников придавал в этом отношении кишечной флоре. И на тот момент сам Илья Ильич предложил использовать йогурты, которые содержат лактобактерии, бифидобактерии, и таким образом восстановить кишечную флору. И уже больше века на наших прилавках есть разные кефиры, кумысы, йогурты, бифидоки и так далее, и так далее, и так далее. Чего только нет. А вот чего нет. Как не было нормальной микрофлоры у большинства людей, так и нет ее до сих пор. Шендеров Борис Аркадьевич, доктор медицинских наук, профессор, в своей концепции «Функциональное питание в России» показал, почему так происходит. К сожалению, позитивный эффект пробиотических препаратов и продуктов на организм человека даже при длительном применении нередко носит транзиторный, то есть быстро проходящий характер, а порой, к сожалению, и полностью отсутствует. Одной из главных причин случаев неэффективности пребиотиков является чужеродность для человека, входящих в их состав микроорганизмов. И в 1995 году профессором Гибсоном и доктором Марселем Робер-Фруа группе веществ было дано название пребиотик. Пребиотик, к ним относятся инулин, фруктоолигосахариды, лактулоза. И у них есть одно потрясающее свойство. Они вообще не перевариваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта человека, спокойно доходят до того места, где живут наши с вами бактерии, и принципиально кормят хорошие бактерии, и таким образом баланс плохих и вредных бактерий меняется в нашу с вами пользу. И таким образом картины в кишечнике становятся очень даже привлекательной. Для взрослого человека норма пребиотика в день от 10 до 40-50 грамм. Но, к сожалению, в нашем с вами рационе сегодня пребиотик в продуктах присутствует в размере 2-4 грамм. Представьте, как вы будете себя чувствовать, если вас кормить в 10 раз меньше. И в каких продуктах содержится максимальное количество пребиотика? Пребиотик по-другому еще называют пищевыми волокнами. Давайте обратимся к справочнику, в котором представлены продукты и количество пищевых волокон в 100 граммах этих продуктов. Как мы видим, если смотреть на овощи, то в среднем содержание пищевых волокон, то есть пребиотика, в районе 1-2-3%. Если смотреть на фрукты, то здесь есть 1%, 2%, 3%, 7%. Если сухофрукты, то достигает 10%. Если смотреть на крупы, муку и так далее, хлеб, то где-то в районе 3, ну максимум 10% пребиотика. Таким образом, чтобы получить суточную норму пребиотика, необходимо съедать в день каждому человеку, каждому члену семьи 300, 500, 600, а то и килограмм фруктов или овощей. Заметьте, свежих.
И совсем недавно, в 2000-х годах, было проведено исследование одного дерева, дерева баобаб, а точнее его плода. Эти исследования поразили общественность, и сейчас мы познакомимся с этими исследованиями и с тем, как это продвигается сегодня в мире. Мякоть плода дерева баобаб содержит 46% пищевых волокон. Это значит, чтобы получить суточную норму пребиотика, достаточно 2 чайных ложек мякоти плода баобаб. И вот к чему это приводит. Вот исследование эффекта мякоти плода баобаб на микрофлору кишечника от 2003 года, проведенное Департаментом микробиологии Международного университета. Буквально за 8 часов увеличивается количество лактобактерий и бифидобактерий практически в 100 раз, и за это же время уничтожаются вредные бактерии. Однако чудеса продолжаются. В 100 граммах мякоти плода баобаба содержится 500% дневной дозы витамина С. Это практически в 10 раз больше, чем в апельсине, в 4 раза больше, чем в киви, практически в 60 раз больше, чем в яблоке. Эти исследования произведены в университете Феррара, Италия, которые доказали очень высокую антиоксидантную активность мякоти плода баобаб. По антиоксидантной активности мякоть плода баобаба сильнее, чем даже знаменитый экстракт виноградной косточки. Вот это виноградная косточка, а вот это баобаб. Еще мякоть плода баобаба содержит 13 аминокислот. Среди них такие, как пролин, который отвечает за соединительные ткани и хрящи, и аргинин, который отвечает за иммуномодуляцию человека. Еще в состав мякоти плода баобаба входят кальций, фосфор, железо, комплекс витаминов В, витамин А. Мы можем сказать, баобаб – это отлично, но где его взять? Он здесь не растет. Дорогие друзья, компания Colors of Life предлагает на рынок Европы и стран СНГ новый пищевой продукт Baobab Life. Baobab Life – это пищевой продукт, сухой концентрат на базе плода баобаб, который разводится водой и получается очень вкусный и питательный напиток. И сразу оговорим юридический момент и момент безопасности. Baobab Life – это пищевой продукт, не БАД, не биологически активная добавка. И это подтверждается сертификатом на основании экспертного заключения Научно-исследовательского института питания Российской академии медицинских наук. Это не лекарство, и все же именно Baobab Life, благодаря огромному содержанию пребиотика, позволяет справиться с большим количеством болезней. Почему? Основой лечения хронических пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, является, с одной стороны, детоксикация. Это первое, что мы должны делать – детоксикация. Потому что и восстановление нормальной флоры слизистых. Без этих двух моментов совершенно мы не вправе, мы не можем даже начинать программу по иммунореабилитации. Дело в том, что так же, как я говорил о дисбактериозе, который, если он не устранен, то фактически иммунореабилитация невозможна. Не поступают необходимые продукты, необходимые микроэлементы, питательные вещества, необходимые для самой иммунной системы не поступают, поэтому она не может восстановиться. Baobab Life продается на территории России и СНГ с мая 2010 года. И за это время уже несколько тысяч людей попробовали этот продукт и продолжают его использовать, потому что получили огромное количество результатов по здоровью для себя, для своих близких и для своих знакомых. Это результаты по оздоровлению кожи от угревой сыпи на лице до таких проблем кожи, как псориаз. Благодаря детоксикации организма из-за действия пребиотика и также благодаря высокому содержанию витамина С в баобабе, люди чувствуют себя очень энергично, они высыпаются за малое количество времени и при этом намного меньше кушают, и это отражается на внешнем виде, а конкретно в весе человека. У людей, страдающих диабетом, снижается уровень сахара в крови.
улучшается качество усваивания кальция и железа, в результате чего пропадают проблемы остеопороза, остеохондроза, а также пониженного гемоглобина. Таким образом, Baobab Life – это продукт, который интересен огромному количеству людей. И маленьким детям, и подросткам, и взрослым людям, и пожилым людям, и мужчинам, и женщинам, и спортсменам, и людям других профессий. И чтобы поверить в это, достаточно вспомнить слова профессионала. Я всегда просто объясняю. Кишечник, да, самая большая всасывающая поверхность. У вас будет там все хорошо, вы практически не будете иметь проблем со здоровьем. И сегодня в ведущих странах Европы и мира средства массовой информации рассказывают населению о пользе плода Baobab. Это и центральное телевидение Италии. Антипиретica, антisettica per l'intestino, ma soprattutto antivirale per l'herpes 1 e 2, antimicrobica per la candida. Bravissima, bravissima. Это и телеканалы по здоровью Австрии и Германии. И очень важная деталь. Кто же это все производит? Производителем является лаборатория Ferrier, которая входит в состав одного из крупнейших фармацевтических концернов в Европе – Арка Фарма. Я создал Арка Фарма в 1980 году, и в то время мне было 50 лет. Для начала я хочу сказать, что мы очень серьезно относимся к нашей продукции. На всех заводах нашего концерна строго соблюдаются стандартные GMP. Это на самом деле потребовало от нас больших усилий. Ведь к нам приходят растения со всего мира, из различных регионов. И не всегда они имеют хорошее качество, не всегда достаточно очищены и пригодны к употреблению. Мы же для соблюдения стандартов провели большую работу. Занимались этим больше года, и сейчас можем твердо сказать, что все обозначенные стандарты нами четко соблюдаются. Мы сделали еще одну очень важную вещь. Мы размельчаем травы при помощи жидкого азота, который позволяет осуществлять процесс дробления при температуре минус 100 градусов. При этом ни одно активное вещество не повреждается и не окисляется. Полученный таким образом продукт в высшей степени эффективен. Вы хотите жить долго и быть здоровым? Вот с этим? Может быть, вы рассчитываете на хороших врачей, медицину и лекарства, невзирая на вот это? Возможно, вы сторонник правильного питания и принимаете разные пищевые добавки, и вы хотите, чтобы они были эффективны вот с этим? Baobab Life – это не замена правильному питанию, это не замена каким-то витаминам или дополнительным добавкам, это не замена вмешательству грамотной медицины. Baobab Life – это то, что сделает все это в десятки, в сотни раз эффективнее. Это то, что действительно может продлить нашу жизнь, и эту жизнь мы проживем здоровыми, активными и радостными. Вы любите себя, вы любите своих детей, вы любите своих родителей. Вы любите своих друзей и близких, так возьмите для себя и для них реальную возможность изменить свое здоровье, качество своей жизни в лучшую сторону. Baobab Life – это безопасно, это эффективно, это просто, это вкусно, это доступно.